Пиздец. Спасибо за подарочные подписки. Ну, деньги, как обычно, на карту переведу. Вот. Короче, видео под названием «Жуткий ИРЛ из Новокузнецка». В скобочках. Когда-то доделаю фулл, ждите. Toyota. Адзбул, спасибо тебе за новую платную подписку. Если помните, короче, когда-то я был еще в России. Когда-то, давным-давно, когда я, Мазелов, Антоха поехали в Новокузнецк. И мы стримили там ИРЛ. Ну и, соответственно, это вот коротенькое видео с небольшим монтажом. Меланору, спасибо. Для Новокузнецка это здорово! Привет! Зовите всех обратно, ребят! Пиздец, вы как будто криминальные какие-то авторитеты. Чисто в Новокузнецке, блядь, это ходим, город кошмарим. Бля, охуенное видео. Фобайт, конечно, красавчик, ничего не скажешь. Только короткое какого-то хуя. Реально. Пиздец. Ну, атмосферное, прикольное. Чисто, чисто 90-е, да. Ну, это Новокузнецк, там какое видео не сними, будет казаться, что ты в 90-х, блядь.